В Германии убили украинца. Случилось это в общежитии для беженцев, пишет немецкая пресса. 28-летний украинец жил в одной комнате с 47-летним казахстанцем. Между ними якобы вспыхнула ссора, которая переросла в драку. От тяжелых травм украинец скончался еще до приезда врачей. До завтрашнего дня подозреваемому в убийстве должны избрать меру пресечения.